За несколько дней до 9 мая здесь традиционно уже возлагают цветы, поют военные песни и призывают беречь родину. Традиция, которая уже 30 лет собрала у памятника подвиг во имя жизни городских спортсменов, это их приношение героям, дань памяти. Основная масса – это школьники, студенты, тренерский состав, наш педагогический состав города Сочи. Ну и, конечно же, мы приглашали всех желающих, поэтому можно смело говорить, что практически все спортсмены города Сочи сегодня поучаствуют в этой акции. Массовый забег хоть и называется «Спортсмены Сочи. Вознаменование победы», но принять участие в нем могли все желающие. Каждому выдали футболку с символикой акции. Тем же, кто успел зарегистрироваться до 25 апреля, еще и памятный сувенир. На старт вышли почти 800 человек. Участники пробежали по курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрская, Поярка, финишировали на площади флага. Длина маршрута почти 2 километра. Победителей не выявляли. Впервые для спортсменов был важен не результат, а личный вклад в увековечивание памяти героев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.